Завтра вооруженные силы отправятся первые 10 призывников этого года. К этому событию на областном сборном пункте готовятся заранее. Призыв, понятно, необычный. Главный противник военных сейчас – коронавирус. Для борьбы с ним на призывной пункт прибыло подразделение войск радиационной, химической и биологической защиты РХБЗ. Сперва военная автоцистерна проливает дорожки вокруг здания призывного пункта. Это не вода, а дезраствор. Водитель машины с дезраствором одет в костюм химзащиты и противогаз, чтобы не надышаться хлоркой и не получить химический ожог. В это же время его товарищи готовятся к обработке фасада здания сборного пункта. Проливают стены, окна и лестницы. Дезраствор не жалеют. Внутренние помещения также дезинфицируют, обрабатывают всевозможные поверхности, к которым могут дотронуться призывники, ручки дверей, лестничные перила. Всего сборному пункту выделили 250 литров дезраствора. Кстати, обрабатывали призывной и раньше, правда, делалось это в начале призыва и в конце. В условиях коронавируса дважды в день, утром и вечером. Медкомиссия у призывников также пройдет необычно. Их будут даже проверять на коронавирус. Областной сборный пункт для этих целей получил больше 2500 экспресс-тестов. Коронавирус наложил большой отпечаток на работу областного военного комиссариата. Будет перед прибытием призывников на сборный пункт проведен медицинский барьер, где у призывников будет измеряться температура, где призывники будут проверяться тестами на коронавирусную инфекцию. Вот, соответственно, больные будут отсеиваться, которые никогда не попадут уже в вооруженные силы, по крайней мере, вот, по истечении карантина. Также на сборном пункте новобранцу выдадут защитную маску. Их на призывном пункте больше 12 тысяч. Если призывник отправляется в соседний регион, например, в Иваново, то за ним приедет машина из части. В дальней области уже на поезде, но в отдельном вагоне. Всего же за весенний призыв отправить войска планируется больше 1400 человек. Первые 10 поедут служить уже завтра. Их отправят в Муромскую инженерно-саперную бригаду. Кстати, из-за пандемии проводить на службу своих сыновей у родителей не получится. Их на сборный пункт не пропустят.